Mr. Pleasant. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Вас ждет сюрприз. Если помните, конкретно разделом смотрел Mobile Home и конкретно сказал Mobile Home под одну семью из России, которая переехала сюда несколько месяцев назад. Долго они обустраивались. Вот. Все было непросто, но с другой стороны, сейчас уже практически все уже завершено. Вот. И я сейчас еду нанести визит вежливости, посмотреть, что и как у них. Вот. Вот как, кстати говоря, выглядит в летнее время вот этот самый городок с мобил, ну, можно сказать, комьюнити вот это вот. С Mobile Home, смотрите, привели в порядок дорогу. Я даже не знаю, что это такое. Отсыпали, наверное, трамбованную щебенку, потому что очень интересное такое покрытие, как будто трамбованное. Очень интересно прямо кататься, очень прямо здорово. Знак стоп. То есть, видимо, у них вот эта вот проблема с выбоинами, ямами была зимой, когда была непогода. Здесь еще, смотрю, у них стоит сделан. Но вот тут сейчас в дороге просто вообще идеальный. Так. Практически мы уже приехали. Диванчики здесь стоят, не могу понять, то ли их вытянули, то ли на специальных лучших, чтобы отдыхать и оттопыриваться. О, а это вот человек, к которому мы приехали в гости. Сейчас мы тут на стояночку заедем. Будет все здорово. Во, все. Паркуемся. Можно. Ну не, сейчас живые эмоции. Я люблю работать с живым материалом, с подготовленным. Просто вот снимать, как все есть. Это естественно выглядит. Что? Для истории. Для истории, да. Так, ну смотри, тебе сделали здесь. Мы покрасим все сделаем, Макс. Да ладно. Мы все покрасим. Что вы красим? Вы назад тут образцово-показательный пандус, просто образцово-показательный. Ну, в общем, живем мы в этом мобилхомчике. Ну. Значит, заехали, стали его прибирать, стали, конечно, в шоке, потому что, когда ты думаешь, что состояние плохое, я его сейчас подремонтирую, начинаешь снимать какие-то старые доски, там материал, оказывается, что тебе видно пол, что тебе видно, дырка оказалась в дверях и так далее, что проем дверной закрыт целлофановой пленкой, вместо двери стоит, оказывается, вот такая картоночка. Ну, в общем, как бы, и все, еще это наложилось на то, что я и моя сестра, мы в Нью-Йорке заболели гриппом. Заболели до такой степени, что моя сестра нигде не могла показаться. У нее обсыпало все лицо, все-то-все, мы выжрали все таблетки с России, купили здесь. В общем, состояние было такое. Ну, приехали и приехали, хорошо. Макс предупреждал, жилье поганое, территория подозрительная, в общем, туда-сюда. Ну, соответственно, этот местный, как он называется, менеджер, его жена менеджер. В кавычках менеджер. Надо было видеть рожу этого менеджера. Это баба с ключами, и, короче, эти, так сказать, домовладельцы. Они не домовладельцы, это Mobile Home Park принадлежит какому-то дядьке, дядька здесь как бы он шифруется, землю. Он шифруется в Аризоне, он ни с кем не разговаривает, они не дают его телефон. Не дают, он только обратная связь, он только текст-месседж присылает через гейт. Я так понял, что для него это огромный геморрой, возможно, он прогорел и так далее. И это отдельный разговор, дело не в этом. В общем, это мудила стала вытягивать Стас деньги ежедневно. Значит, то пропадет холодная вода, потом горячая, потом пропадет отопление, потом пропадет еще что-то.
Короче, я так прикинул, 200 баксов где-то по 10-20 долларов он выманивал. Потом я поумнел, я стал давать деньги только по факту выполненных работ. Ну правильно. Потом пообещал, я проведу воду на кухню, которую мы до сих пор, ну плюнули, не надо нам пока. Она есть, мы ее отключили. Мы то, что менять хотим, мы раковину мы купили новую. Значит, он говорит, мне 45 долларов, я провел. Я говорю, ну воды-то нет холодной, горячая есть, а холодная нет. Он начинает махать руками, я завтра, послезавтра. Я говорю, не, братан. Смотрю на него, полный раздолба. Я говорю, откуда ты вообще свалился? Он говорит, я работал в корпорации Boeing, я инженер. Ну, короче, наверное, он подсел на амфетамин, наверное, или на что-то еще подсел. Да он, по-моему, на алкоголь подсел, у меня такое ощущение. Вытри бородку. И, значит, но они чем здесь хороши, они здесь никого не трогают. То есть спокойно такие родители. Да, они здесь, видать, их подстреливали в свое время. И местные законы помогают. Он не может обозранный прийти к тебе там или как-то. Он у себя дома может все переломать, там, пережечь, себе там на жопе вырезать звезду, это его дело. Но суваться они никому не суются. Ну потому что он суется, тут его светит Кольт 911 и еще и шотган. Короче, когда этот месяц, Макс, помнишь, я тебе звонил, да, то да, дебильная да, проблема, то вторая дебильная проблема, то третья дебильная проблема, то четвертая. Здесь не с кем было разговаривать, обсуждать. Приходит эта баба, она странно себя вела, у нее руки сами по себе ходят, ноги сами по себе. Она что говорит, я ничего не пойму. Я включаю автопереводчик, она в него тоже что-то говорит непонятное. В общем, когда я обозначил, говорю, мне срочно надо делать второе крыльцо с пандусом. Она сказала, спокойно, чувак, у меня есть брат Лэри, он тебе все забацает за два дня, он отличный путь. Приводит она такого 200-килограммового чувака. Весь на колках такой, чисто такой, знаете, как из фильма. Чисто плотник. Чисто плотник. И говорит, чувак, хай, привет, я Лэри, у тебя есть проблемы? Я говорю, да. Говорит, какая? Я говорю, у меня так новое крыльцо с пандусом, потому что, говорю, так и так, вот, коляска инвалидная, мне неудобно. Он сказал, чувак, никаких проблем, 200 долларов заработаю, лес, я тебе за все день делаю. Я так прикинул, елки-палки, 200 баксов заработал, думаю, ни хрена себе. За день, говорю? Он говорит, да. А мне так вот хотелось решить эту проблему. Ну, я про себя думаю, ну наплевать. Ну, думаю, ну ладно, весь, ну, пусть делает за день, я наконец-то. Потому что мы с таким трудом заходили, выходили, ну неудобно там, лестница совершенно. А, у меня сломана коляска еще оказалась, наша русская. Это отдельный разговор. Ну, дальше что? Лэри пропал, как помню. Значит, Лэри, да, объявился. А, кроме этого, я этой бабе, она говорит, я поеду лес покупать. Она прыгнула на трак. Она потом доездилась, я отдельно расскажу. У нее такой трак здоровый. Привезла мне доски, показала чек там на 200 баксов. Говорит, вот я купила лес, это комплект для крыльца. В общем, в понедельник Лэри все тебе делает. А это дело было в пятницу. Наступает понедельник, жду его, нет. Вторник его нет. Классика жанра. Получили предоплату и исчезли. В среду я начинаю предошиться, чего, где, что происходит, чего, как. Оказывается, приходит. А, еще в это время я заметил, что какая-то частенько стала что-то полиция ездить как-то здесь по улочке, что-то туда. Что-то какое-то движение, просто я думаю, может, я раньше не замечал. Ну и в общем, оказывается, приходит этот Вильям, он уже как-то вот так вот приходил ко мне мобилком, ноги чуть ли не на стол. И так, с развалившимся видом, этот засанец, значит, с чувством полностью выполненного долга такого, знаете, что он шеф, что он в этом квартале решал и все остальное. Он мне говорил, чувак, вот, надо еще одну деталь для Хоттера, она стоит 35 долларов, и завтра будет горячая вода у тебя, чувак. То есть я давал 35 долларов. Он покупал бухло и исчезал. Я покупал, короче, он приходил, возился под мобилком, и почему-то у меня после этого исчезала и холодная вода, и горячая. Не работал унитаз, то есть если он работал в Войнке, то понятно, вовремя от него избавились. Да. Пока никто не упал. То есть раздолбай есть в Америке, есть конченый. Ну, рассказывает. Ну, короче, он мне начинает рассказывать, что его жена в бегах, так как ее поймали обдолбанную на дороге, то ли за рулем, то ли в полицию, то ли что такое. Ну, я читал репу, что теперь делать, он разводит руками. Короче, проблема не решена, денег нет, все остальное. Ладно. И в один прекрасный день, где-то через месяц, как мы уже стали здесь вот обживаться, уже солнышко стало появляться здесь, мы стали кое-как потихонечку ремонтировать, то там линолеум полы перестелили, там нанимали плотника, то там еще чуть-чуть, то дверь подремонтировать, то хоттер в итоге мы отремонтировали, заменили его просто, пришлось новый хоттер ставить.
кто не знает, хоттер — это такая большая штука, которую газ снизу нагревает и... Хитро, короче, нагреватель воды. Да, то есть это такой заменитель русский. Значит, в один прекрасный день открывается дверь, заходит к нам чувак. Чувак такого, ну, где-то с преклонного возраста мужичок. И говорит: вы тут русские, которые приехали в наш город? Я говорю: мы... Ну, он садится, говорит: ребята, говорит, рассказывайте, как вообще живете, что такое. Мы говорим: ну как живем? Вот приехали, вот живем. Вот, говорю, как бы отживаемся, хотим как бы зацепиться. Он говорит: а почему именно сюда приехали? Вот для них как бы не совсем понятно, здесь определенная публика, как бы, в каком парке. Они как-то на нас смотрят, может, не соответствуют. Ну, это просто диссонанс. Например, то же самое, как я приперся бы там, одетый от Гуччи, от Версачи бы, и припер бы с собой там кучу всякого разного там. Да, хочу сказать, что, дорогого, хочу да. сказать, что лично я нигде никому не обращался. Я знаю, Макс там по каким-то связям, по людям пустил, значит, как-то малявочку, что люди в Харлане есть, приехали, заселились, но заселились не совсем, так скажем. Как удачно. Это... Нет. Как смогли, так и заселились. Нет, заселились-то, Макс, удачно. Я еще раз говорю, я сейчас продолжу вам, что первый месяц было, это надо было как бы пережить. Но я еще раз говорю, Макс показал жилье, Макс рассказал, прислал мне видео, передал запах, передал все, что вокруг. Нашли самый бюджетный вариант в этом городе. Да, я поставил задачу, Макс, найти жилье вот за $250 в месяц. Вот как хочешь. Ищи так, чтобы для меня было удобно, чтобы на меня косо не смотрели соседи, чтобы я мог здесь как бы, в плане того, что у меня есть проблема, ну, на инвалидной коляске. Вы знаете, не в каждый дом еще и уедешь, и не каждый дом найдешь, что Макс и пытался сделать, в принципе, месяц. Ну, да. Макс находил варианты, второй этаж, только, к сожалению, ну, не получалось найти вот такие варианты, удобные, цивильные. Ну, зато по деньгам дешево и сердито. Значит, этот чувак говорит... Я так понял, что чувак откуда-то про нас услышал или видели нас где-то. Я еще раз говорю. Чувак увидел, скорее всего, общался с Алланом. Значит, я потом... Редактор газеты. И Аллан, я потом расскажу еще. Значит, здесь местные американцы, которые где-то видели меня, где-то нас видели. Мы здесь ходили по городу немножечко, общались в магазине, ездили 3 раза в церковь. У них здесь нет христианской церкви, у них здесь баптистская церковь есть. Католическая церковь. Мы приезжали потому что женщина, русская единственная, которая здесь живет, Светлана. С которой ты познакомил. Да, Светлана, русская она. Она как бы сказала: вас приглашают, вы просто приедете. С вами просто хотят познакомиться. Им просто интересно, откуда здесь взялись русские. Русских здесь нет вообще. Ну, это экзотика. Это то же самое, как посреди бы Нью-Йорка, да. Летающий тарелка села бы. Да, да. И этот чувак, значит, меня спрашивает: а чего вы вообще сюда? Как вы в этот Mobile Home? Говорит, вы, говорит, вообще как бы... На нулях. Другие дома, да. Дома и так далее. Я ему объясняю, что так и так, говорю, нам не столь важна внешность, как это выглядит, нам нужно кантоваться где-то и как-то вот, потому что приехали с очень ограниченной суммой. Он как бы этого не очень как-то смотрел на меня удивленно, значит, посмотрел на всех нас. Ну и, короче, говорит, когда ему стал коснуться вопроса, что... У нас небольшие недопонимания здесь с местным менеджером этого парка, этим Вильямом и его супругой. Есть небольшие такие непонятки. Он молча встал. Взял пистолет и пошел решать вопрос. У него, значит, у этого ветерана Вьетнамской войны, он воевал во Вьетнаме, он шериф, 19 лет в полиции, потом был и шериф. У него ствол, значит, за пазухой, натуральный Смит & Вессон, боевой. У его супруги, которая рядом с ним, а ей тоже где-то лет 50, ему 65, ей где-то 55, у нее, по-моему, не Смит & Вессон, у нее то ли Браунинг, то ли что, но это все боевое оружие, вы поймите меня. То есть не пуговки, понятное дело. Нет, это натурально, они мне показывали, потом ради интереса я вам дальше расскажу. Короче, он удалился на 15 минут, вернулся, больше я... Администрацию не видел. Вообще? Вообще. Она исчезла. Я не видел. Я до сих пор. Нет, я вру. Я, по-моему, только через 1.5 месяца увидел мельком, как крысу, перебегающую дорогу этого менеджера. После этого, значит, в течение 2 недель эти люди были заменены. Его жена, которая в бегах, жена этого менеджера, помощница, она так до сих пор в бегах, насколько я знаю. С драгом. Ну, она, короче, или попалась, или какие-то у них здесь законы. Может, у нее анализы взяли на дороге где-то. Может, она обдолбанная была. Ну, в общем,
И этот чувачок тоже. Когда он пришел, ко мне сказал, что больше эти люди здесь не появятся. Я-то не привык к этому, понимаете? Здесь натуральные вестернские отношения. Здесь хоботать пулю в лоб, и вся вот эта блевотина, вся вот эта шняга, которая существует, она есть в Америке. Вы поймите меня, что здесь есть публика, которая стремится к чему-то. Есть республика, которая ни к чему не стремится. Забила пол, да, и есть публика, которая совершенно потеряна, которая обдолбана, которая употребляет наркоту, которая... И ты, в принципе, как бы таких людей в России встречаешь. Я и таких людей в России встречал, но я с такими людьми очень быстро расставался, когда я видел, что люди употребляют, бухают, или алкашня, или нарколыги, или ширяются, или нюхают. Я с такими людьми очень быстро как бы расхожусь. Меня жизнь сводила с такими людьми, к сожалению. Поэтому я удивился, как здесь быстро вопрос решается. Значит, этот чувак, кроме того, ветеран войны, на следующий день привез там всю мебель. О как. Да. Привез, значит, хатчик, который только возможно. И сказал: чуваки, через 3 дня я иду получать ветеранскую какую-то, у них ежемесячно идет ветеранский паёк. Ага. Вот ты, в такое-то время, будьте дома, я заезжаю, и вы едете со мной. Да, я должен добавить, что я-то, по сути своей, оглушенной вот этой всей советской пропагандой, сейчас российской, путинской, и для меня ветеран Вьетнамской войны, это какой-то... Монстр. Монстр, понимаете, это какое-то кровожадное чудовище, которое... там и воевала с вьетнамцами, душила их руками, и с русскими, и косвенно, то есть у него должно быть ко мне одно желание — убить меня, русского. Каково было мое удивление, что абсолютно нормальный мужик, кроме ветерана войны, как я вам сказал, он 9 лет был во Вьетнаме, у него есть все медали, фотографии, звания, то есть флаги, у меня есть видео, где у него дома, и он абсолютно, абсолютно шокировал и меня своим отношением. И он впрягся в наши, так сказать, бытовые проблемы. С этого дня он стал помогать нам ремонтировать, привозить строительные материалы, решать любые проблемы. Его сын, коп полицейский, он познакомил нас здесь на барбекю. Мы регулярно у него в гости приезжаем, на ужин он нас приглашает. Где его сын, где его друзья также, которые сейчас в полиции служат. Это теперь настоящий шериф этой округи. Оставил мне свою визитку, сказал: чувак, если какие-то где-то проблемы, когда-то что-то, просто звони мне. Вот можете себе представить, чтобы в России начальник милиции подошел к эмигранту из Азии и сказал ему: слышь, Абдулла, будут проблемы, вот моя визитка, кто-то тебя будет обижать, я тебе всегда помогу. Слушай, у меня это в голове не вмещается. Да, я сейчас с участком своего района рассказывал, как возле метро караулил узбеков. Да, из 3 деньги, понимаете. Брал группу граждан, тащил все в околоток и выколачивал с них бабки. Он там за водкой мне рассказывал, как все это происходило. Вот я не буду говорить, что это везде так в Америке, но вот здесь, в центре Америки, в штате Айва, мы столкнулись вот именно с таким отношением. Когда я никто, я здесь... У меня даже, как вам сказать, кроме загранпаспорта, у меня ничего-то и нет. И арендованного мобилхома в мобилхом-парке. И вдруг шериф, начальник шериф мне говорит: вот моя визитка, чувак, какие проблемы, если вопросы, там что-то, просто звонишь мне. Я почитал визитку, она у меня, это шериф округа каунти. Угу. Графского каунти, шериф, то есть это самый начальник полиции. Шелби его здесь. Да, Шелби. То есть абсолютно прекрасное отношение. У них нет вот этого опломба, русские там, еще что-то. Если люди оказались здесь, значит, они уже, как сказать, в их лагере, мы так даже скажем. Ну да. Вписываются в соцсети, пытаются вписаться в соцсети, да, интегрироваться, да. Может быть, они смотрят на... Я себя не подумайте, что я там, может быть, как-то просил их, тряс их руку там, или
сидел, рыдал за столом со слезами, какие все несчастные. Нет, в том-то и дело, что я старался, наоборот, не показывать, чем я сконфужен, может быть, мне что-то не нравится, может, что что-то меня шокирует или... Не знаю почему, но, может быть, они видят у нас нормальных людей, во мне, по крайней мере. Я тебе могу сказать, я по миру много путешествовал. Нормальные люди есть везде, во всех странах. И если ты ведешься нормально, выглядишь как, ну, нормальный, вменяемый человек. С тобой нормально общаются на улице, даже дружелюбно. Вот и в Англии то же самое. Сезонно много где просто сидели на лавочке или еще. Необычно с вами языке говорили на русском. Подходили люди, там, ну, рядом, которые сидели, англичане те же, спрашивают, ребята, вы откуда, что вы здесь делаете? Ну, то есть дружелюбно абсолютно, то есть вот здесь в Америке постоянно у меня эта история. Но... То есть в нормальных странах, то, что рассказывают, нету вот этой ненависти. Никто друг друга не ненавидит. Все еще... друг к другу относятся. Это еще не все. Но нормальной толерантности. Хорошо, везде. Я тебе рассказал об отношении не просто. Хорошо, должностного лица. Ну, должностного лица меня удивил. Честно, да, такой истории не слышал. Вот представь. Я удивлен, реально, правда. Удивлен. Я сам удивлен, что. Да вообще удивлен. Я еду по городу, мне мимо проезжающий на джипе шериф, вооруженный там чуть ли не дробовиками всеми, машет дружелюбно из окна рукой и кричит: «Привет, чувак, как дела?» Понимаете, то есть это тоже меня удивляет. Но я расскажу вам дальше. Хорошо, этот бывший шериф и его жена, вооруженная до зубов, оказывается, они здесь, в этом городе, они авторитеты. Вот если у нас авторитеты, это кто? Это определенно совершенно противоположный склад людей.